Всем привет, это Серега ТР, и это Forza Horizon 5 снова, режим вышибала. Решил еще снова тренироваться, учиться кататься, как всегда. Тренируемся, учимся, ездим. В общем, читаем, практикуем. В последнее время я решил больше уделять Forza. Ну вот, и поэтому возможно, что-то будет получаться. И еще буду выкладывать старые серии, не знаю, посмотрю, которые без звука были, попробую, типа, ну, озвучивать, типа, как будто, как бы я на данный момент проехал с учетом моих мыслей, ну, опыта уже. Не знаю, это интересно или нет кому-то будет. Ну, или, не знаю. Стоит ли вообще этим заморачиваться? Что подскажите, расскажите, если интересно. Комментарии, все читаю. Все два комментария я читаю, бля. А иногда и никаких комментариев я тоже читаю. Так что жду. Обратная связь, как сказать, если она будет. Не будет, а тоже мнение. Что у нас тут? Ой, а у нас тут, как всегда, ничихуахуа. Ой, мышку ушатал рукой. 38 попугаев, блять. Среди них и я. Кнокс Жао. А, П, нам сюда. Артим, Бонс, кости какие-то. Бронка, неплохо. А у нас в квартире газ. Я думаю, у него все меньше нас. Поехали туда наверх. Ничего нету. Ребята пока ничего не находят. Зеленка и плохие синьки. Я бы с удовольствием йод нашел бы. Понял. Так, стоп. Да. Это уже получше будет все-таки. Потому что это Ватрик. Все-таки решил вернуться и забрать этот Кватрик. Кто-то там забрали. Звук. Тут ушатался. Гонки в обратную сторону волны. Как всегда, блин. Велосипед такой. Пойдем тут посмотрим, что здесь есть. Вообще никого нету на карте. Просто никого. Егор, короче, какой-то. Есть какой-то Егор сессии. Ух ты. Четко, не четко. Вижу один дроп только и все. Сейчас отдохну ему, а потом. Потом, блять, клюнем носом. А, да нормально, слушайте. Прям еще ее можно. Блять, надо было тут дроп забрать. Ты че пролетела? Раха Леттерман. Ну и ламба потом будет, походу. По-моему, ламба будет. Посмотрим. Порадуемся за чувака в любом случае. Нашел семерку и чисто малявку повыбивал до первого схода. Король сессии. Suicide 228. Угу. Интересно. А тут Porsche Macan пойдет. Вот найду что-нибудь еще. Сейчас тут посмотрим, что будет с дропом.
А можно прямо тут глянуть, и там, и там. Там он вдалеке дроп был. Да, тут все дроп можно глянуть. Вот тут вот дроп будет. Вот тут, вот тут. А вот тут, вот тут. Ну и тут до хрена тоже. Это в любом случае не будем останавливаться. Сейчас погоним. Ну потом туда погоним. Карьера. Карьера Рапида. Леха, привет. Так, а тут у нас что ждет? Смотри, теперь сессия прям отлично. Так, едем тогда вон туда. Так, там дропа не было, по-моему. 24 человека осталось, охренеть. Сережа, ты что делаешь? Полям хуярим. Стоп, блин, как же хорошо Макан себя ведет здесь, а? Так он уже до 7-го дорос. Пока я там катаюсь. Desert Flyer, блин, ну надо брать. Эта тачка хороша, даже просто против протрака. В некоторых случаях на противоходе тоже она дает прокакаться, так сказать. А это было скорее было, да? Мазик, мазик надо взять. Так побыстрее будет. Район хуже, но максималка больше, потому что я в этой зоне далековато от ребят нахожусь. Поэтому стоит взять более скоростную машину. Или та, которая Desert Flyer, блядь, зовется. Да ладно. Ладно, сейчас подожди. Подожди, чел. Не показался ли это был Трек Хоук? Твист, блядь. Твист от метал. Хорошо было просто проехать напрямую, да? Но там нельзя проехать напрямую, потому... А, фанка дали. Потому что там бабайки. Будем убежать слева. Газик отпускаем, притапливаем. 200 метров. Неплохо подвеска отработала. Так, ну мне либо RS7, либо 959 надо в данной ситуации. Может, очень сильно надо догонять. Унылое начало. Отлично. Так, что у нас по зоне? А. Так, надеюсь, там ребята ко мне потянутся.
Ебать, трек-хоп, сука такая, а. Ну, чувак, чуть-чуть. Так, трек-хоп. Так, у меня что? Райфа. Интересный ты пациент. Интересный ты пациент. Почти. Да-да-да, обидно, да? Да, иди. Да, блин, а. Неожиданно. Ой, блядь, какое же я говно, а? Надо было на этой оставаться и все, блядь. На МГ-метро, блядь. Так я так, блядь, подумал, что... Да, один хрен я бы не это, не вывез туда. Ладно. Если я нашла, что долго подключение идет. Так, ну, Павел. Подключение произошло. А у нас тут подруга, что? Понял, них? Чего? Ладно, погнали.
Ну, прямо дроп есть, отлично. Отлично. Лучше направо посмотреть, налево, вернее. Тут там есть. Ой, там еще и вызвались, наверное, да? Не, не вызвались. На удивление. Начал почти. Ах ты, ешь твою медь. Давай. Забрали что? Ёкарный бабай. Там сейчас заберут, наверное, да? Митсубиши, ага. Объезжаем вот так вот тебя, друг. Ты кто? Там уже едет туда, да? Велик. Да ёпарасоте. Опа. Да. В принципе, прямая. Шансы есть. Если он улетит только. Отлично. 200 еду, охуеть. На этом ведре 200 еду. Ну, догоняет пиздец, конечно. Блять, еще одно говно. Ой, блядь, садик с говна на говно, а. С корабля накал, блядь. Если можно так вырваться. Это один человек, там он. Еще что-то едут. Так, мы сейчас посмотрим. Тут ребята из себя представляют. Упал в воду. Кайф, пошел я нахуй. Сейчас ездим туда, посмотрим. У этого опять сильно кожа. О, ты другое дело. Интересно, кто тут?
Дарцлая. Отлично. Отлично. Arena shrinking. 200 meters. Turn left. Все, вышел. Чего вышел? Зря. Надо было попасть в мост здесь. А, ну что, мост. Да я дурба, боже мой, как я тебя долго ждал, блин. Самолотив. Так, у нас что-то... А. Ой, блядь. Так. Смотрим, ловит. Ловим. Надеюсь, они не в гонке. Так, они не в гонке. Так, чел, стой. Не вызывай его, пожалуйста. А, трехо, ой. Спятим. Подвесочка как скушала, а? Вот за это, блядь, я люблю. Ух ты, блядь, опасно. За это я люблю Каин. Во всем остальном, блядь, это пизда вообще. Двести семьдесят три. Тут я даже не разгонял никогда до стальки. Он мимо не проехал, блядь. На радостях. Ебать, не слышно. МГ метро. По дороге практически едет. Бля, меня швырануло прям жестко, блядь. Почти. Опять почти. А, жук. Это на новенького. О. Ты его дал, блядь, ему в бочину. Блядь, чувак, я реально не думал, что так снесет меня, блядь. Блядь. И вот смотрим, какая десятка. Если что, берем группа. Хорошая моя. Thank you.
Да, тут эта точка есть, блядь. В нее бы не попасть. Вот типа того вот этой хуеты. Телепашки. Что у нас тут ждет? МГ-1, блять, нахуй надо. Нахуй нужно, скажем дружно. Все, все. Уже больше. Ай-яй-яй, не успел. Да ладно, Стормик. Стормик. Сорян, блин, братишка. Бля, где лоханулся, а? Тормик, прости. Ну, выиграл, чувак. Да, что-то я лоханулся. Блин, если бы я знал, что это он, я бы его не трогал. Блять, я сейчас и тут проебал еще, блядь. Жестко я бы просрался. Ну ладно. Да. Надеюсь, я сейчас на сессии попадусь. Опять. Да. Погнали дальше. Не оборачиваясь. Выбиваю на тех, на кого подписано, блядь. Офигеть. Да. Он там, наверное, там Гейметро ругает зачем-то. Там, наверное, жестко подставился, там надо было ему уходить вообще от меня. Дать себе, я видел, что это он, я был... Ну, он сам меня вызвал зачем-то. Саня, да ладно, вы чё, блядь, по очереди, что ли, будете меня это заебывать? Что происходит? Арена,
Бля, вы что, все забрали, блядь, а? Давай назад туда и езжай к нему. Не надо ко мне приставать, блядь. Еще маленький. Блядь, еще лучше. Да, надо было, наверное, взять. Похуй. Саня, тащи, блядь. Так, ну чё, дайте Вольво, пожалуйста, что-нибудь такое, блядь. Блядь, Каррера, ну сука, вы чё, блядь? Там ещё дроп есть, блядь, но... Я не знаю, до него доехать, а потом обратно ехать. Ну, сейчас посмотрим. Зона, в принципе, близко уже. Поэтому да, еду. Макан РР. Я прям сейчас очень сосредоточен. Сука-то, а? Давай, давай. Тут ты, блядь, утырок, а? Финир он мне выбытал, а? О, блядь. Фу, блядь. Смысла нет в этой гонке, но, блядь.
столько подорвать себе этот. И морку выбить. Таня, ты на чем там? Этот боролся, блядь, не заметил, да вообще. Хорош. Ой-ой-ой. Да, мулеха, походу, будет. Зачем он туда едет? Не пойму, я не догоняю его вообще. Так, у нас зона, да, мулеха. Зона мулеха. Никого не вижу, 10 человек осталось. Хорош, Саня. Ну я же мне с дропом не повезло, а? Еще с этим типом бегал, прыгал. О, это он полетел. Посмотрим сейчас, блядь, если восьмерка говно, я буду брать, наверное, МБГТ. БГТ. Обратный ход. Знал бы, не комара, блядь, поехал бы. Ну, а это такой вот расклад был бы. Да. Лоханулся. Хотя могли и 3К давать.
стане охотник, охотник, блядь, за головами. Не-не-не, не надо ко мне ехать, блядь. Давай, Саня, покажем. Покажем красиво. Я вот в ту сессию не попал нормально. Я рано поехал, блядь. Пиздец, как рано я поехал. Ой-ой-ой-ой. Подлец. Каков подлец. Саня, блядь, тащим. Я, блядь, он там выехал. Так, ну прям оторвался конкретно, конечно. Ну точно какая-то быстрая машина. Тут ловить, конечно, уже не, понятно, нехрена. Он сейчас в прямой просто по диагональке проедет. И, наверное, будем прощаться с ним. Ой, блин, ну вот. Вот как, ну блин, ну как можно было сменить финиш? Таня поздно выехал. Вон, все, приехал, походу, начал спамить. Еще ждет подлюка, походу. Вот подлюка. Ладненько, ребят, наверное, будем завершать серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все такое. А я тут еще, походу, полежу чуть-чуть. На боку. Да, ждет, наверное. Наверное, у Сани я спрошу, сейчас он доедет. Кто это был. В общем, всем хорошего настроения, чтобы таких вот меньше, поменьше было. И, ну, до встречи в новых сериях. Всем пока.